Друзья, сегодня я хочу задавать вам вопросы от лица музыкантов, от лица молодого поколения композиторов, исполнителей, музыкантов. Вы, как пример состоявшегося музыкального коллектива, который ездит по миру, реализован в творчестве, и очень интересно вот сегодня от вас с первых уст, скажем, просто узнать самые актуальные для нас вопросы. Сергей, у вас 7 детей. Да, Господь подарил нам семеро детей. Всего лишь семеро. Всего лишь семеро. И все музыканты? Да, все музыканты, не только музыканты, но профессиональные музыканты. Сколько из ваших детей в вашем музыкальном коллективе? Ну, в принципе, все дети, они были в музыкальном коллективе. Сейчас некоторые такие, можно сказать, появились расслоения. Старший сын, второй сын старший у нас Павел, он находится в миссии в Болгарии, где там мы работаем среди турков, и дочь тоже находится в Болгарии. А остальные все здесь. Сколько ваш коллектив, получается, ваши дети и их мужья и жены? И уже мужья и жены, да. И их дети тоже? Да. Сколько всего человек в группе? Ну, 8 человек. И все одна семья получается? Да, это одна семья. У каждого из вас высшее музыкальное образование? Или не только музыкальное? Да, музыкальное в приоритете. Я слышала, что все из вас магистры. Да. В музыке, да. Но все музыканты, не все являются музыкантами. Так как моя работа, я не музыкант с ними, но часть коллектива более административна, то у меня нет магистра, а все из музыкантов, да. Ну, специалист в своем направлении. Допустим, да. Господь тоже учился. Так предусмотрел, действительно, что мы имели желание служить Богу, а вот Господь как формировал группу. Нам очень нужен был специалист по озвучке. Мы проводили евангелизацию в Ливане. Я помню, начинается служение. Уже третьего специалиста вызывают по городу, ищут, не могут озвучить нас, то есть нам аудиторию. И вот, и все-таки Господь послал нам сына, который он стал частью нашей семьи. Он не женился на вашей дочери? Да, получается. Да. И он специалист, и если он с нами, мы спокойны, что озвучка будет достаточно хорошая. То есть, получается, вы как духовный руководитель группы? Да, я пастор. Я отец семейства, и также и пастор, евангелист, и руководитель группы. Ну, так, по духовной части, если взять, здесь старший сын, он у нас руководитель уже, стал руководителем группы. И Павел композитор, это понимаю. Да, всем. По музыкальной части, да. То есть все песни, все аранжировки, партитуры, это все ты делаешь? Да. Да, а Ник больше по организации, да. Всего, и звук. И также, да, саунд-продюсер. То есть, все хватает, если взять, то здесь, можно сказать, так собралось руководитель основной отдела. Основной костяк, да? Три отдела. Да. По духовной части Павел по музыкальной, а Николай уже по организационной. Можно добавлю? Это очень скудное описание. Потому что папа не только духовно, все направления евангелиста, то есть это он все договаривается со всеми служителями, это его работа. У Павла все инстаграмы, ютубы, каналы, также это все его работа. Все, что касается продвижения, да? Абсолютно все. То есть social media, это, то есть работа не просто написал и я дал кому-то, это все мы сами делаем работу. И также моя работа административная, это и водитель, и переносчик, и переводчик, и то есть все эти нюансы точно так же, телефонные разговоры. Да, и так как Николай может нас озвучить и знает, как нас озвучить, ни один оператор так не знает, как Николай. У каждого свои специальности, и у каждого также свои обязанности в группе. Потому что Женя, его здесь нет, он наш программист, вот, кроме гитариста. То есть у каждого не только определенные навыки там музыкальные, а все еще что-то помимо своей работы каждый делает. Я читала про вас, как про музыкальный коллектив, про ваши достижения, вообще то, что вот вы по миру колесите, про ваши, я знаю, истории, евангелизации, вот это все меня очень сильно впечатляет, конечно. И для меня самый большой вот вопрос, как все это существует, как для музыканта, да?
На что вы живете, кто вас спонсирует, как вы реализуете, почему у вас такой крутой контент на YouTube, да, вы все там летают эти квадрокоптеры, да, почему, откуда у вас все это, как вы реализуетесь вот с финансовой стороны? Многие задают вопросы, где, как вы, допустим, в основном наша зона служения – это Ближний Восток. Это в Ливане, Иордания, Ирак, Турция. Сейчас мы работаем в южной части Болгарии, где Бог проводит свою работу. И если спросить о финансах, откуда и как, мы не знали до конца откуда. Вот сейчас мы наметили евангелизации по югу Турцию, юго-восточной части. Сколько стоит одна поездка у вас? Одна поездка обходится от 3 до 4 тысяч долларов. Это транспортные расходы, группы. Это довольно-таки большая сумма для нас. Не говоря о том, что там нужна иногда гостиница, нужно питание. То есть это только билеты, вот, да, вы говорите? Это билеты. Основная часть расходов идут на билет. И как вы покрываете, как осуществляете? Ну, вот и здесь-то вопрос. Если бы мы сначала планировали служение и искали деньги, а после служения, наверняка до сих пор мы бы ничего не сделали. Вот мы сейчас планировали, запланировали эти служения, а если спросите, откуда средства, мы не знаем. Но так и начинали. И всегда Господь заботился об этом. К примеру, в Ливан мы выезжаем на служение, там реклама, собираются аудитории, остается 4 дня до нашего выезда к служению. А у нас нет ни средств для билетов, ни билетов. И я уже переживаю, как. Это невозможно сказать, что у нас нет билетов и возможности. То есть отменяйте такого. Евангелизация бесплатна, концерт нельзя. Да, на Ближний Восток, да. Основная наша специфика служения – это евангелизация населения, арабского, мусульманского населения, где мы через музыку имеем возможность собирать аудитории, начинаем музыкой, заканчиваем Словом Божьим. Но я о другом хотел сказать. Я переживаю и позвонил одному служителю. Говорю, брат мой, займите нам деньги. Я еще и не умею просить. Вот. И иногда как-то и, ну как, некоторые более смелые. Говорю, займите нам на это служение, потому что нужно ехать, совершать служение, и билетов нет. Он говорит, хорошо, брат. Через 10 минут звонит, говорит, мы деньги вам даем на билеты, но их возвращать нельзя. Не надо, то есть. Мы это жертвуем во славу Господа. Я прославил Господа, Господи, слава Тебе. И вот так во многих местах, вот знаете, как по острию. И мы ждем, откуда, через кого Господь будет говорить. Но здесь действительно это нужна вера и посвящение. У нас нет конкретных спонсоров. Кто-то думает, что у нас есть спонсоры, что большие деньги льются туда, и мы снимаем. На самом деле бюджет на съемки наших музыкальных видеороликов мы берем. Это наш бюджет. Это от реализации наших CD, которые часть бюджета уходит на съемки. Конечно, это большие затраты, но эти затраты... Вы продаете диски свои, да? Да, у нас есть, да, CD и сейчас нотные сборники. Вышел наш нотный сборник наших авторских песен. Это тоже определенная, я думаю, поддержка. И от часть этих денег мы выделяем на съемки видеоклипов. И деньги не возвращаются. То есть это мы делаем просто как служение, и проходит определенный период времени, мы уже видим, подписчики уже пишут, а когда следующий видеоклип, когда. Но и это тоже своего рода служение, потому что наши видеоролики транслируются также на светских передачах, даже их переводят и на другие языки, и это тоже как евангелизация, они служат как евангелизация тоже. Из наших новогодних произведений на светском телеканале вот встречают Новый год с нашими произведениями. Уже третий год. И позвонил мне директор телеканала, говорит, извините, мы без вашего согласия взяли в наш архив эти произведения,
Вот, знаем, что вы не будете против. Но сколько артистов не пытались там к Рождеству и к Новому году там представить свои композиции, но ваша в точку. Это самое подходящее. Ну и слава Господу. Вот. Ну и по финансированию я хотел бы сказать, дополнить слова Павла, что нам приходилось даже вот записываем то есть произведение, клип. И, конечно, что нужно оплатить и операторам, нужно оплатить за расходы. И нам приходилось брать кредит. Я брал кредит для на того... На себя, вы оформляете да, кредит на себя. Да, да. Я брал кредит на себя, чтобы могли мы записать. И после уже... Вернулись эти средства? Своего, со своего личного бюджета... Это на песню «Хвала Творцу». Да. Одна из первых видеороликов. Поэтому, знаете, мы видим прежде всего служение, а остальное уже второстепенно. То есть спонсоров у вас нет никаких? Нет. Тем более, я вам скажу, на служение люди жертвуют, если когда говорить о миссии. Но когда речь идет о музыкальном продукте, то есть чтобы мы сняли видеоклип, практически никто не жертвует на это, поэтому... Ну, я бы хотел сказать музыкантам и тем, что, конечно, нужно настраиваться, что это прежде всего служение Богу. И мы видим через музыку, это вторая проповедь, потому что мы убедились сейчас, все входит в пространство, то есть социальных сетей, и очень много молодежь смотрит, слушает, особенно неверующие, им нравятся эти произведения. И мы рады уже, что светские телеканалы, то есть, крутят наши клипы, потому что нравятся людям. И это второе свидетельство после проповеди. Те же песни, когда они наполнены со смыслом, духовным смыслом, с посылом определенным, о служении Богу, о посвящении, о покаянии, это очень хорошее свидетельство. Я понимаю, служение служением, призвание Божьего Царства, но у вас же дети, да, семьи, как вы существуете? Бензин нужно покупать, молоко нужно покупать, как? Где-то жить надо. Как, чем вы живете? Ну, мы сейчас открыли уже музыкальную школу онлайн. А до этого? Вот сейчас вы начинаете, да? Только? Но вы столько лет уже в этом. Мы более 10 лет совершаем служение по Ближнему Востоку. И хочу сказать, что особенно летом мы приезжали с группой, и у нас были диски CD, где... Мы, я хотел подчеркнуть, не продавали принципиально, хотя многие предлагали, вы поставьте цену, но мы предлагали диски и говорили об этом, чтобы кто желает, пожалуйста, мы даем как подарок, а если кто-то расположен поддержать это служение, наше служение, значит, вы можете пожертвовать. То есть пожертвований получается? Да, да. И можно сказать, что было время, когда это поддерживалось. И где-то церквя, но это лично группа. С дисков это то есть поддержка группы. А уже там где-то на служение церквя, кто жертвовал из церквей, это другая статья. Вот. Ну, вот так. Мы до сих пор вот так были. Сейчас, конечно, последнее время меняется обстановка, где диски не так уж в спросе уже. Я, если честно, хотела ваш диск послушать, но я даже не знаю, куда его нужно вставить, что это такое. Сейчас на iTunes, на Spotify. Есть ваша песня на Spotify? Да, есть. Да. Я должен еще подметить, что Ник тоже являлся частично спонсором наших видеоклипов. Да. Рождественский хорал, он является генеральным спонсором этого видеоролика. И зачастую вот у нас, я ему говорю: Николай, у нас вот такой-то бюджет. Но он говорит: я хочу, чтобы Kearney Family были в этой песне все живые инструменты. Я говорю: ты понимаешь, что мы по бюджету не вписываемся? Он говорит мне: ты делай, насчет финансов не забывай. Ну, окей, уже с верой Бога. И так, конечно, Бог отвечал, что через Николая мы находили средства, и он из своих личных денег он спонсировал. Ника, чем ты занимаешься? Во-первых, у меня есть свой бизнес. Что самое важное для нас, это что мы все делаем своими силами.
Бог благословляет обильно, но дело в том, что Он послал правильных людей и правильные возможности. Когда я сам вел свой бизнес, думаю, это я все делаю. А благословения не были настолько велики. Когда я отдал свой бизнес Богу и сказал, я хочу быть миссионером... Что значит, ты дал бизнес Богу? Как ты дал? Перестал заниматься этим? Или? В принципе, да. А когда я один день просто сказал, ничего у меня не получается, я этим заниматься не буду. Я в буквальном смысле готов был его завтра закрыть. А после знакомства с Юлией, я понимаю, что мне завтра надо идти на работу, чтобы оплатить это. Да, это вот дочь и сестра Павла, это моя жена. Мы после знакомства, я понял, что нужно будет сейчас оплатить кое-какие расходы, чтобы полететь в Кишинев. Я пойду на крышу, заработаю. Вот. И таким образом я начал обратно возвращаться в свой бизнес и уже молился так: Господь, я не хочу этим заниматься, я не буду этим заниматься, но если Ты хочешь, чтобы я это делал, я просто на Тебя работаю. Теперь это бизнес Бога. Все финансы, все проблемы, все клиенты — это Его. И Он благословил более обильно, чем когда-либо любой месяц моей работы. Если мой максимальный был доход, то сегодня он минимальный. То есть Бог настолько благословляет с целью, что я еду на миссию. Одно из главных наших было обсуждение с папой Сережей на то время, когда я спрашивал руки его дочери. Мы обсудили, что миссия не будет страдать от того, что мы живем здесь, в Сакраменто, в Калифорнии. То есть любые поездки, любые переезды, мы никогда не говорили «нет» на служение. И Бог настолько благословил финансово, что мы и клипы можем спонсировать от нашей семьи. Но самое главное, что спонсорство — это громко сказано, потому что мы призваны на служение. И это наше призвание. Как ты это знаешь? Очень просто. Бог везде закрыл двери, кроме здесь. И когда мы идем, мы даже по Америке, когда делаем поездки, нам нужно перевести с одного места на другое. Я спрашиваю людей, дайте нам автобус. Нету. Нету, не можем дать, у нас детские лагеря. И тут Господь просто говорит, человек звонит, говорит, у нас, мы нашли вам автобус, позвони этому человеку. Я звоню, Господу нужен автобус на служение. Говорят, берите, бесплатно. Я готов был платить свои деньги, Господь не дает. Нету в аренде автобусов. Ровно 11 человек. Сколько нам ровно нужно? На то количество, которое нужно. Ровно такого размера, которое нам нужно. То же самое жилье. Для туров, да, автобус? Вот сейчас, да, чтобы мы вот переехали. Конкретно в этой поездке. То есть такие моменты, мы понимаем, что полагаясь на свои силы, закрытые двери. Я звонил в арендовочной компании, нету автобусов, просто закрытые двери. Ищи, где хочешь. Бог закрыл. А вот здесь открывать двери и бесплатно. Понять я не могу понять. Своим бизнес-менталитетом у нас нету такого, что вот у нас мы составим бюджет, как папа говорит. Если бы мы составляли бюджет, вот у нас же деньги, которые лежат, мы из-за этого поедем, оно так не работает у Бога. Он вначале иди, я все пошлю. И это не ваша слава, это моя. Николай, как член нашей семьи, где-то два года, как присоединился к семье и к служению, а до сих пор, как бы и сейчас, вот таким способом мы надеемся на Господа. Ну вот мне, знаете, что интересно, вы все-таки как музыкант. То есть получается, вы решили, приняли решение, Бог вас призвал на миссию, открыл вам двери, и вы со своими семьями, со своими детьми ринулись в служение, не зная, там, откуда будут деньги, будут ли они вообще, скажет ли Господь Николаю, пожертвуют ли там люди, там еще что-то, да. Ну а как вот жить вот в этом состоянии, там, да, постоянно ожидая вообще, как реализоваться, как детей отправить учиться? Вот вы же никто, да, не работаете, получается, вы только занимаетесь музыкой, кроме Ника, да? Как вообще это, как существовать как музыкант? Это на самом деле сложно, это сложно. И особенно сейчас уже каждый из нас уже женился. И, конечно, что любая жена, она хочет стабильности и в финансовом плане тоже стабильности. Но здесь вопрос веры. Для нас вопрос веры, то, что мы должны делать то, что Бог, к чему нас Бог призвал. И мы видим это план Божий.
и Бог позаботится о финансах, и мы верим. Было, чтобы нечего есть было или... Слава Богу, платить? Такого никогда не было. Бог всегда отвечал на наши молитвы, даже в самый последний критический момент, и находились средства, и... Ну, были такие, были моменты. Какие? То есть без хлеба мы не оставались. Но я бы хотел сказать здесь уже родителям. Те, которые работают с детьми, хотят, чтобы их дети учились. Конечно, это очень важно, чтобы родители знали, для чего это. Первое. Второе. Дать или создавать условия для реализации своих детей, этого потенциала, то, что они приобретают в музыке. Вы это сделали сами? С Божьей помощью, да, мы с женой это делали. Потому что дети есть дети. И мы начали их обучать с музыкальной школы. Вы заставляли их заниматься? Да, мы заставляли их заниматься и требовали их, вместе чтобы с женой, заниматься. Да? Вместе с женой. А у вас есть такой один хороший, другой плохой? Там один с палкой стоит, а другой жалеет? Как вам... Я хочу сказать следующее, что прошли это уже годы, когда дети меня благодарят. Но этот этап нужно было пройти, когда они все хотели учиться. Допустим, может, в музыке. Когда мы давали их в музыкальное, я посмотрел на Славика, а он, немного не сосредоточенный. И думаю, только мучить будем его. Ну, не будем его в музыкальное, допустим, отдавать. А жена говорит, нет, пускай идет, чтобы был чем-то занят, чтобы не бегал по улицам впустую. То есть вы надавили буквально, да? Да, конечно. Это наше решение, что вы будете учиться. И когда... Я даже не верил, что получится из него музыканта. Вот. Ну а далее, через 2-3 года, когда я услышал, что он заиграл на аккордеоне, то и сам я не поверил. Неужели он? Неужели он? Такая же ситуация была с Эммануилом. Мать его тянет за руку в музыкальную школу, он плачет и говорит, я буду обижаться, что вы меня в музыкальную дали на скрипте, и я буду обижаться в жизни на вас, и плачет. Она отвела его в музыкальную школу, через время приходит преподаватель, говорит, слушайте, оставьте ребенка в покое, никакого музыканта не будет, оставьте его. Я говорю, мы не сдаемся. Если решили, пускай еще год поработает. Он позанимался год-полтора, а она после говорит, вы знаете, я не узнаю вашего ребенка. Пошло. Получилось. Через 2 года было, со всей Молдовы собрали с музыкальных школ конкурс, и он взял 2-е место. Получилось. Заметил его с Академии музыки преподаватель, взял его к себе, готовил, и он поступил в Академию музыки. Сейчас он заканчивает 4-й курс. Получилось. Было сложно заставлять детей, получается, вы заставляли всех, когда они не хотели, да, или только один? Ну, как, мы требовали, чтобы они... Здесь вопрос другой. Я бы хотел сказать музыкантам, и те, которые учатся, те, которые дают детей на обучение, если вы надеетесь, чтобы от преподавателя многое получить, это не совсем правильно. Здесь с двух сторон нужно. Преподаватель и родитель должны контролировать. Дети не всегда они хотят. И порой они сами не знают, что хотят. То есть вы лучше знаете? А здесь уже родители должны готовить, что, каким хотят видеть своих детей. Но слава Богу, то есть они, когда уже закончили и музыкальное, поступили в колледж, закончили колледжи и поступили в академию, после они говорят, папа, мы благодарим тебя, что вы с мамой наставили нас, вы следили за этим, вы отстаивали это. И слава Господу. Это очень интересный вопрос. Вы сказали, какими родители хотят видеть своих детей. Совершенно да? верно. Но какими родители хотят видеть и что в детях заложено, это, наверное, же все-таки разное. То есть вы просто попали в точку, да, вы увидели. Мы хотели, чтобы наши дети служили Богу музыкой. И... Это ваше личное просто было желание, амбиция, чтобы дети стали музыкантами? Ну да, можно сказать, мы с женой
хотели, чтобы мы не понимали и не думали, что они до такого уровня дойдут. Мы думали, что на определенном уровне, в церкви, вот, но каждый раз, когда мы выходили в служение, и дети уже видели, и все с каждым разом нужно было повышать уровень и квалификацию, чтобы быть в определенных аудиториях. Это вдохновляющая история, наверное, актуальна для многих родителей музыкантов, которые состоялись или хотели бы состояться как музыканты, сегодня вкладываются в детей с музыкальным образованием. Но сегодня, вы знаете, поколение другое уже, и больше делается акцент на выбор. И я почему задаю эти вопросы, потому что это даже моя личная боль. Всех троих отправила в музыкалку. Одному купила скрипку, там, виолончель, один захотел, другой перехотел, потом поменял инструмент, потом ушел на программиста учиться, и все вот такой вот хаос, и хочется и вложить, но думаешь, а где тут грань, да, надавить? То есть вы, получается, вы надавили на детей, и они вот до чего выросли, да, то есть это как-то в точку вы попали, вот, а если надавить и перехотеть, ребенок там перехочет, да, как-то и... Здесь очень такая четкая черта, и я бы хотел сказать и другое, что иногда учат, обучают детей, но не дают им возможность реализовываться. И здесь-то уже встречаются конфликты интересов. Когда ребенок действительно понимает, зачем мне все это нужно, это мне не надо. Когда он только учит, учит и учит, а реализации своего потенциала нет. Вот здесь-то и сторона родителей, служителей и других руководителей должны реализовывать потенциал. Как реализовать потенциал в церкви? На практике. Что когда они начали учиться, и уже первые свои произведения, мы начали посещать больных, мы начали посещать те, которые в старческом возрасте не могут прийти на собрание. Сколько лет было? Я думаю, что мне было, может, 12. Ну, Павлу. Но мне, как самому старшему. Остальные 6 лет, 5-6 брали детей музыкантов, пришли его на Мы просто, нет, это просто, может быть, вот собрались с семьей, семейным, вот там у нас был детский хор. И мы занимались в детстве, нас было 5 человек, 5 детей, мы были маленькими. И с нами занималась сестра Тавифа. И мы пели в церкви, и мы ездили на посещение. То там в одно соседнее село, то в церковь, то где-то. Мало-помалу мы потом переехали на служение в Лебеденко. Это соседний город, там, где в церкви только одни бабушки были. И мы там служили много лет. И там уже потом образовался детский хор, мы уже занимались с ними. Так мало-помалу. Очень интересно все-таки вот послушать, если вы все семьи, получается, вы в служении, муж с женой, да, они сначала на репетиции приходят домой, вместе спят, вместе воспитывают детей, вместе едут в поездку, там служение, потом дом. А вы как отец детям, да, в то же время вы как их наставник, как руководитель. Как вместе все это уживается, отношения, где баланс, там, как это все может существовать, если вы все время вместе? Вы разграничиваете отношения там семейные, супружеские или там творческие? Ну, когда мы на репетиции, там, уже тоже есть порядок, потому что, как и в любой организации, когда человек приходит на работу, там уже есть руководитель, директор, и неважно, человек семейный или он холостяк, для всех одни правила. Требования. Требования, да. И то же самое у нас, мы, каждый знает свою функцию, свое призвание, у нас есть четкая цель, и мы ею следуем. Здесь четко нужно знать, где семья, где личные отношения как братья и сестры, где, допустим, уже, как Павел говорит, непосредственно организационные моменты, где требования нужно ко всем, то есть выучить партии и подготовиться, вовремя быть, да, и вовремя так далее. Репетиции. То есть здесь есть дисциплина. То есть это как... А есть у вас кто застраивает, если, например, кто-то не выучил или опоздал? Да, это Юля. Твоя жена. Моя жена. Как Конечно. Это происходит? Вы обижаетесь друг на друга? Учитесь-то практически, как это Понимаете, все происходит? Понимаете, я хочу ответить на этот вопрос. Почему я так говорю? Я никогда не видел такой динамики рабочей. Будучи в бизнесе, Павел правильно говорит, есть определенный порядок свой. Каждый имеет свою специальность внутри своей специальности. Юля отвечает за все скрипки и ставит, потому что она знает, как их добиться того результата, которого она вот слышит. Хоть Павел композитор, он добивается гармонии.
А потом, когда он говорит это по поводу скрипок, там уже Юля, допустим. Да, я даже не вмешиваюсь. Он даже не вмешивается. Как Юля. Дело в том, что по отношению отношений между братьями и сестрами, вот мне, что больше всего понравилось, будучи самым новым, папа подходит и говорит: «Николай, я тебе сейчас скажу как служитель. Вот этот момент важен. Как служитель ты должен, миссионер, вот так вот в себе все. Как отец, я тебе скажу вот так вот». И направляет, и дает знать, что многогранные бывают тоже позиции, но ты должен сформироваться определенным образом. В нашей группе это самое прекрасное, что я вижу, это динамику общения, что мы как и друзья, как и братья и сестры, как и раздельные семьи внутри одного организма, очень четко знать свои границы. Но у нас это очень гармонично. И помимо того, что мы музыканты, мы братья и сестры, но мы являемся лучшими друзьями. То есть из-за того, что мы всегда вместе, и мы не надоедаем друг другу, мы наоборот сплочаемся, мы всегда вместе. И даже когда Ник прилетел к нам в Кишинев, он спрашивает: «Слушайте, а у вас есть друзья вообще, помимо того, что вы постоянно куда-то идете? Помимо служения, вы если куда-то еще там гулять, это опять все вместе». То есть это мы уже настолько привыкли. Вам интересно друг с другом просто общаться? Да, и у нас что интересно, что зятьки вот наши, они каждый, тоже они интересны. У нас общие темы. Мы даже можем поговорить на тему политики, экономики, там, то есть не только музыка и это. Это интересно. Хочу вам задать последний вопрос, но попрошу, чтобы вот вы все ответили, как вы сказали, руководители отделов, все руководители от себя. Вас слушают вот начинающие музыканты. Вы состоялись, мы с этого начали, что вы состоялись, вы признаны, вы путешествуете, да, и даже вот вы существуете за счет спонсорства и пожертвований. Тем не менее, у вас просмотров. Я бы хотела задать вопрос, но, может быть, когда камеры мы выключим. Почему у вас просмотров больше, чем у популярной музыки, да? Почему вас настолько слушают вообще? Даже больше, чем ту музыку, в которую вкладываются ресурсы. То есть настолько вас хотят, настолько вас любят. Реально. И, Павел, может быть, ты как композитор скажешь, да, начинающим композиторам, те, которые пишут музыку, вот какой-то совет в самом начале пути, потому что вы прошли, что-то у вас получилось, вы какие-то уроки освоили. Вот прям сказать, вот сюда иди, сюда не иди. Это может быть и в профессионализме, и в личностном моменте, в отношении, может быть, с церковью, да, со служителями. Я скажу, вот мой ответ таков. В первую очередь, я бы посмотрел, и я считаю, что это состояние души, состояние сердца, духовное состояние. Потому что человек, музыкант, который, но он не должен ставить себе цель стать популярным. Вот это очень важно. А какая цель? Но цель прославить Бога. Это очень важно, потому что очень много молодых людей, они хотят вот прямо вот стать знаменитыми, раскрутиться на Ютубе, вот это их движет. Но не самая главная цель. Это мы говорим о христианской музыке, о христианских исполнителях. И когда Дух Святой живет в человеке, и человек, тот исполнитель, он понимает, что на первом месте Бог, а не он сам. А народ любит естественность, народ любит простоту. Далеко не каждый человек с консерваторским образованием, он станет сразу популярным, его начнут слушать. Нет, на самом деле мои наблюдения, наоборот, такие, что замечаю, что тот человек, который просто может, взял гитару и от сердца спел, и это тронулось. Потому что у нас было такое, что мы выучили произведения сложные, мы такие 16-е, мы репетируем, приходим рано утром, и отрабатываем, играем на сцене, у каждого такая дрожь. И после этого произведения поем простую песню «Молитва Отца». Простую песню, я играю на фортепиано, все поют, заканчивается служение, народ подходит к нам, к столику, и первый вопрос: «А где эта песня «Молитва Отца»? Где, в каком диске?» И я думаю,
ну, мы-то столько времени потратили, время играть, чтобы все, а люди просят эту песню. То есть это в первую очередь та песня, которая касается их души и духа. Конечно, ни в коем случае я не имею в виду, что не надо учиться и не надо ставить акцент на музыкальное образование. Музыкальное образование тоже нужно. И мы в христианском мире должны поднимать уровень христианского образования и показывать тоже уровень, потому что, чтобы не только мы смотрели, копировали мир или учились у каких-то именитых исполнителей, музыкантов, но чтобы было наоборот, чтобы, допустим, когда в консерватории мне было приятно, что мы разучивали песню, а эта песня, она из американской, ну там, в американской церкви, worship, и мы наоборот смотрели, и это приятно, то есть когда наоборот. И совет начинающим музыкантам, конечно, учиться надо, в первую очередь учитесь, и второе, это нужно молиться. И то творчество, которое будет, и Бог подарит вам, чтобы вы это посвящали Богу. И тогда найдутся и слушатели, и видеопросмотры появятся. Пророк Михей, там именно написано, что вы начали носить в церковь хромое, косое. Неважно, каким мы служением занимаемся, либо это музыкальным, либо административным, невидным звукооператором. Мой главный драйв был всегда, когда я пошел учиться, я не пошел учиться профессионально, ни на инженера, ни на архитектора, как я хотел. Я пошел учиться на звукооператора, потому что я хотел в церкви делать самый лучший звук, который можно сделать. У тебя высшее образование? У меня не высшее образование, у меня просто образование по звукоаппаратуре. Мои сверстники, с кем я учился, завидовали мне, потому что они говорят, чтобы нам делать звук на концерте где-то, это нам нужно полгода ждать, пока нас возьмут и волонтерами, и где-то что-то приедут, и мы сможем. Вы это делаете каждое воскресенье. У нас привилегия, будучи в церкви, как и музыкально, как и аппаратура, как хоть финансами, в церкви все эти работы есть, где можно развиваться. И в церковь нельзя носить полуготовое, полухромое. Если мы делаем, мы должны стремиться сделать это лучше. Все мои друзья, с кем я рос, именно эту цель держали, что мы не хотим просто сыграть, мы хотим сыграть так, как я могу это сделать лучше, подготовленным. Это не значит, что мы сразу были профессиональными музыкантами или операторами. Все фонило поначалу точно так же, но мы старались. В этом отличается. Человек, который стремительно старается и сделать лучше, его всегда найдутся ресурсы, которые будут его поддерживать. В этом наш секрет от меня, допустим. Те, которые хотят, я вижу, он старается, но не умеет, я его научу. Но если человек даже не старается, зачем мне в него вкладывать, если он не хочет этим заниматься? Это мой такой ответ. Поэтому прежде чем исполнить песню в церкви, просто нужно выучить слова наизусть. Да? А как же листики, экраны, которые... Вот ну, между прочим, когда вы выучите слова наизусть, отношение и передача совершенно другая. То есть, когда слова выучены, внимание в зал, внимание, и ты вникаешь в эту песню, и ты передаешь. Стать музыкантом, прежде всего, это труд, кропотливый труд. Но я бы хотел сказать желающим или те, которые состоялись, очень важна цель и мотивы. И как было подчеркнуто, это для своего имиджа или это для славы Божией. Хотел бы подчеркнуть следующий момент, что некоторые имеют желание, но не видят как бы своих способностей. Это, можно сказать, важно, но не страшно. Некоторые имеют очень хорошие способности, но они бездарно уходят. Очень важно, когда ты имеешь 5% таланта, но 95% стараний у тебя получится. А у некоторых есть 95% талантов, а беспечность и, ну как, леность преодолевает их. И они губят свой талант и зарывают его. Как вы думаете, какой процент таланта вот вы видите вот в ваших детях? Вот столько таланта, а остальное — это работа, труд. Какое соотношение?
Вообще есть талант или это исключительный труд? Ну, я бы хотел подчеркнуть, что талант развивается в труде. И если, допустим, выходит на сцену, и как затронули Юля, Юля очень квалифицированный скрипач и все остальные. Но я знаю, сколько труда. С утра до вечера, целыми днями. Это труд. И этот труд сделал их профессионалами, талантливыми. Но кто-то, допустим, выслушал произведение, и он сразу же может сыграть его, и там через час, через два может играть. А кто-то целую неделю работает, но он работает и также играет. Поэтому здесь зависит от старания, от вложенного труда. Это возможно, но первое, определитесь с целями. Для чего? Для личного имиджа или для славы Божией? Второе, чтобы добиться успеха, нужно труд, вложить труд. И дальше Господь поведет. Друзья, большое вам спасибо за ваши честные ответы. Мы желаем вам успехов. Если вы хотите что-то добавить еще от себя. Я думаю, что если подписчики захотят узнать подробнее, они могут писать ниже в комментариях, и мы ответим. Один момент, который я хочу всех поощрить. Не стесняйтесь. Мы люди простые. Пишите. Мы на все комменты мы читаем. Да. Мы стараемся отвечать. Какие-то мы читаем, ну, они веселые, какие-то ободряющие, какие-то наставляющие. То есть мы абсолютно все перечитываем, принимаем со смирением. О, раз уж комментарии, я прошу прощения, а когда вам плохие комментарии пишут, как вы реагируете? А мы их не удаляем. Мы их оставляете? На самом деле, плохие комментарии тоже нам помогают, кстати. Есть много нюансов, которые мы упускаем, не заметили. Вот недавно мы готовили обложку, и там части картины, которые были неприемны для церковной публики, и мы упустили. Но женский глаз сразу заметил, да. Как увидела Юля, сразу сказала. Да. Как бы ни было, мы стараемся сделать все идеально. Одним словом, мы учимся тоже воспринимать и плохие комментарии. Абсолютно верно. Так. Поэтому, когда люди нам пишут, или ободряют, или наставляют, мы все принимаем. Нет, я про хейтеров сейчас говорю. Про хейтеров. Это... Как вы это переживаете? Тяжело это морально вообще? Как но вы... на самом деле у нас, конечно, есть такие люди, но большинство это может быть, это внешний вид, это барабаны, это самые распространенные комментарии. Это внешний вид и комментарии. То есть кому-то не понравилось, что нет косынок, кто-то считает, что юбка должна была быть длиннее. Но мы стараемся все равно делать так, чтобы поменьше негативных комментариев было. Так что если после этого видео будут комментарии про мою косынку, отсутствие длинной юбки, это... Дело в том, что любой труженик Господний скажет, что если нету нападки дьявола, то значит ты что-то не делал правильно. Всегда. Всегда. Значит уже что-то не так. Христос говорил, гнали меня, будут гнать и вас. Всегда будет битва духовная. Я очень вам благодарна за ваше время, за честные ответы. Большое спасибо. Мы благословляем вас.